с девятого мая, с Днем Победы, который завоевали наши деды, прадеды и отцы, которые пришли в конце Второй мировой войны, который запомнился тем, что СССР в то время победила гитлеровскую Германию. В то время войны, Второй мировой войны, была очень жестокая войнуха. Хорошо было. Можно сказать спасибо. Можно сказать спасибо всем, кто защищал в то время границу. Кто то же самое думает, ставьте лайк, что их надо просто спасибо сказать. Это должно быть в историю вписано навсегда и без переписи истории. Настоящее должно быть, как сейчас, должно быть написано, как ее написали наши деды, прадеды и отцы. Я не хотел от часов пропустить без видео, потому что всего 9 мая было сейчас 70 лет со дня Победы мировой войны. Желаю всем тем, кто сейчас ветераном жив, долгих лет жизни. И спасибо, что родину свою защитили. И дай Бог пережить такую же мировую войну. А в наши дни пытаются историю переписать. Мы видим по новостям, что по одному запрещенному каналу новости, не помню какого точно, но там что СССР напал на Германию. Это не так, не верьте им. Это просто задумывание. Переписывание истории Второй мировой. Настоящая история только в России. Какая была. Все, что нужно сказал. На этот день, 9 мая, когда 70-летие было. Сейчас. Кто может быть позже, пробует смотреть. Будут вспоминать. В этот день, 9 мая, увидели Германию фашистскую. Будем вспоминать этот день как праздник. Будем салютовать ему. Все ветераны должны быть не забыты, кто в этот день сражался. Всю войну сражались, кто остался на поле боя, только не забудем их. Вечную память должен попасть те, кто вал на поле боя, а не отсиживался в Тулу.
Ну, тоже один, спасибо. Но штабу ихнему меньше спасибо, чем остальным всем. Тут трудился во имя победы. Давайте сегодня, 9 мая, вспомним всех тех, кто сражался, с победу умер, кто и кто жив. Минуту, давайте вспомним минуты молчания. Прямо сейчас. Итак, надеюсь, все вспомнили о них, как героев Второй мировой. Давайте будем помнить их навсегда. Знаете, проводила только историю, которая должна быть написана. Без изменений, без личной выгоды государств и территориальной целостности. Так, и вся история меня тоже. Если ты трех своей страны, знай историю настоящую. А если нет, то иди в Америку. С Европу. Ставьте его. Всем до свидания. Ставьте, не забывайте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, там интересные обзоры на все, что происходит в мире и на нашем канале, что будет происходить. Всем удачи, не забывайте о этой победе. Кто нам принесли наши деды, прадедушки и отцы. Всем удачи. Уважу всем.